Судебные приставы региона подвели итоги акции «Собери ребенка в школу». Акция традиционно проводилась в преддверии нового учебного года. В ее рамках особое внимание было уделено тем исполнительным производствам, где алименты взыскивались в пользу детей школьного возраста. В результате было окончено более 600 исполнительных производств. 29 должников полностью рассчитались со своими долгами перед детьми. За время проведения акции у почти 500 граждан, обязанных выплачивать алименты, было установлено место работы и копии исполнительных документов, направленных в организации для ежемесячных удержаний из заработной платы. Кроме того, более 250 неработающих неплательщиков алиментов получили направление в Центр занятости населения. 116 из них трудоустроились, а это значит, что их дети будут теперь получать алименты регулярно. В ходе выходов судебных приставов по месту жительства должников у безответственных родителей было арестовано имущество на общую сумму более 350 тысяч рублей.